Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Ольга, я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня первое, что я хочу показать, это такие рюкзаки, очень похожие на вельвет, в рубчик, детские, в красном и желтом цвете, представлены в нашем магазине. Стоимость 349 рублей. Приятные на ощупь. В состав входит полиэстер, хлопок, нейлон, ПП, цинковый сплав. У него получается основной отдел на замочке. Также кармашек на кнопочке и по бокам кармашки. В магазине представлен большой выбор разных сумок, поэтому можете приходить и выбирать. Все по одной цене, 349 рублей. Завезли пряжу из Троицка по 59 рублей. Представлены разные цвета, и желтый, и голубой, и белый. Состав 20% шерсти, 80% акрила. Корзинка навесная кухонная, 28 на 25 сантиметров. По бокам еще организовали крючки. Очень удобно, 299 рублей. Состав углеродистая сталь. Еще одна корзина кухонная, 28 на 21,5 на 11,5 сантиметров, 199 рублей. Также состав углеродистая сталь, довольно-таки очень интересные, можно приобрести себе. И... А ребенок у меня тут насмотрел себе подарок Тетрис. А на самом деле не сравнится с Тетрисом, который был раньше. Он был тяжелый, здесь он совсем легкий, и мы... Посмотрели все игрушки, которые стоят на этом стенде. 99 рублей. Наконец-таки пришли банки 1,7 литра, 299 рублей. Кто ждал, бегите бегом, потому что их быстро разбирают. Я себе взяла таких две банки, потому что мне они очень понравились, и я решила себе приобрести. И сбора силикатного стекла. Бамбук и силикон. Чашка с блюдцем 174,50, блюдце 15 на 2 сантиметра, чашка 9,5 на 6,2 на 5 сантиметров. Объем чашки 250 миллилитров, состав керамика. Кружка 360 миллилитров, 79 рублей, матовая в разных оттенках, размер 8,9 на 8,5 на 7 сантиметров, фаянс. Кружка 600 миллилитров, 149 рублей. Она полностью либо красная, либо зеленая, либо желтая. Состав фарфор. Кружка 500 миллилитров, 149 рублей. Состав керамика. Кружка с крышкой 420 мл, 149 рублей. Кружка выполнена из керамики, украшена рисунком в кофейной тематике. Корзина для фруктов 199 рублей, состав нержавеющая сталь. Органайзер кухонный 16 на 22 на 4,5 сантиметра, 69 рублей, в разных цветах. Набор щипцов, 3 штуки в упаковке, 79 рублей, состав полипропилен. Щипцы помещаются друг в друга, что обеспечивает компактное и удобное хранение. Шпатель скребок кондитерский, 59 рублей, состав нержавеющая сталь, размер 15 на 12 на 2,5 сантиметра. Приспособление для выпечки 49,50. В комплект входят 4 сменных ножа колесика, которые помогают для нарезки теста и создания прямого или рельефного края. Приборы для смешивания салата 62 рубля. В составе полипропилен, размер 31 на 6,7 на 3,5 сантиметра.
Новая серия представляет терку с ручкой 25 сантиметров 59 рублей. Также овощечистка 59 рублей. Лопатка и кисточка 24 сантиметра 79 рублей. Лопатки кухонные 30 сантиметров 79 рублей. Два вида. Подставка под емкости для специй 249 рублей. Размер 30 на 14 на 26 сантиметров, углеродистая сталь. Корзина двухъярусная для фруктов 22 на 14 на 25 сантиметров 249 рублей. Состав углеродистая сталь. Держатель для бумажных полотенец от Скобис 99 рублей, производитель Россия, состав металл, полимер черный. Открывашка для банок в разных оттенках, и зеленая, и черная, и бежевая. Лоток для мелочей 59 рублей. Миска жаропрочная 17 сантиметров 149 рублей. Поднос размер 34 на 4 сантиметра 174,50. Состав жесть. Товар представлен в ассортименте в нескольких оттенках. Поднос 38,5 на 16,5 сантиметров. Такие подносы уже были в продаже. 59 рублей. Состав полипропилен. Большой выбор и добавляется в магазине подставки под горячее 20 на 15 сантиметров 99 рублей. Доска сервировочная 27,5 на 20 сантиметров 149 рублей. Украшена стильным рисунком. Отличное решение для подачи сырных нарезок, а также канапе и других закусок. Пиала мрамор 700 миллилитров 149 рублей. Состав фаянс. Можно также из этой коллекции выбрать бульонницу с ручками и есть кружка. Бульонница с ручками, мрамор, 400 миллилитров, 116 рублей, состав фаянс. Бульонница с ручками, 600 миллилитров, 87 рублей, состав фаянс. Опять привезли повтор, это гель для душа, испанский, 750 миллилитров, 249 рублей. Очень вкусный аромат дыни. Шампунь для волос Dr. Berge от Лорен, 750 миллилитров, 99 рублей. На самом деле я сначала подумала, что это L'Oréal, но нет, это ошибочное мнение, потому что по первым буквам можно ошибиться. Это производитель Россия. С коллагеном и кератином. От Тимотей мужской шампунь, очищающий с морской солью, 385 миллилитров, 124 рубля. Есть еще объем и сила. Шампунь для волос 4D 420 миллилитров 79 рублей.
Шампунь для волос Bella Cocktail от Лорен 600 мл, 80 рублей, спеццена. В магазине представлен с перцем и мелиссой. Алоэ Вера, увлажнение. Жидкое мыло от Аура, питательное. Неролли и масло агавы 2 в 1 для рук и тела. 300 мл. Парфюмированное жидкое мыло для рук и тела. Energy. 300 мл, 79 рублей. Детский гель для душа «Детская сказка». 300 мл, 64 рубля, спеццена. Жидкое мыло 124 рубля, малиновый мильфей, объем 1,5 литра. Искусственные растения в плетеном кашпо 17 сантиметров 299 рублей. В состав входит полиэтилен, высушенные водоросли, пенопласт, сталь, камни, джут, ПВХ. Ароматический диффузор 100 мл 299 рублей. В магазине представлен в 3 ароматах. Свеча конус 249 рублей 25 сантиметров в цветах зеленый, белый и бордовый. Кто находится в ближайших территориях от города Троицк, Шишкин лес и интересно фермерские продукты, обязательно переходите в группу в описании, я оставлю ссылочку на WhatsApp. Ароматические свечи также упакован, как и диффузор, в индивидуальной упаковке. 299 рублей. Я попробовала ароматы, на самом деле мне не понравились. Не бросайте камни в мой огород, но они очень резкие. Корзина для хранения с ручками 14 литров, 199 рублей. Лорен Энн Уайт, обжигающая тишина, 199 рублей. Вся художественная литература в мягком переплете, стоимость 199 рублей. Серия книг «Манго» 199 рублей. Всем большое спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока! Thank you.